выберем часы и нажмем кнопку «Информеры». Это еще один способ перейти на страницу конструктора. Информер «Погода» предлагает 4 варианта дизайна. Настройки понятны без комментариев. Мы заменили код часов на код погоды. Информер появился на том же месте. Осталось поправить размер и расположение. Еще раз нажмем кнопку «Информеры». Выберем курс валют. Настройки не вызовут затруднений. Заменим код погоды на код курса валют. Установим штатный модуль курса валют. Перейдем на 11 слайд. По умолчанию отображаются сообщения из официальной ленты в Instagram. Поменяв имя аккаунта, вы сможете транслировать свои сообщения. Они будут обновляться в режиме онлайн. Выберите настройки показа сообщений. Действия установок понятны из названия. Здесь можно настроить шрифты для сообщений. Заменим Instagram на Twitter. Можно выводить сообщение по хэштегу или сообщение из конкретного аккаунта. Для работы с видеоконтентом используем шаблон Измайлова. Немного о структуре этих слайдов. Самый нижний слой задан в настройках слайда. Известным способом установлены Twitter, логотип и часы. В свойствах видео и рамки установлено постоянный элемент и показывать на всех слайдах. Элементы достаточно установить на первом слайде, а на остальных они появятся автоматически. Если мы пытаемся выделить видео, активной окажется рамка. Установим под всеми и заменим адрес видео. Теперь у видео поменяем на под всеми. Вместо новостей – круглосуточный музыкальный канал с красивым фоновым видео. Спорт. Мода. Онлайн-трансляция со дна океана и многое другое, в зависимости от стилистики вашего заведения.